История, после которой многие спросят, а что, так можно было? 20 тысяч за лишние смски теперь заплатит микрофинансовая организация жителю Печоры. Он взял займ в кредитной компании, но вовремя выплатить его не смог. Кредитор стал требовать вернуть долг, звонил и писал, но переборщил. Оказывается, законом разрешено отправлять не более 4 смс с требованием вернуть долг, а микрофинансовая организация отправила 6 таких сообщений. Печорец решил угомонить настойчивых кредиторов и обратился в Республиканскую службу судебных приставов. Сотрудники провели свое расследование и выявили нарушения в действиях компании. Теперь кредиторы заплатят штраф 150 тысяч рублей и еще 20 тысяч выплатят своему должнику.